Здравствуйте, с вами Олегович, и мы продолжаем игру Torchlight 2. Итого мы идем обратно к этому кузнецу. И так, да, распродаем эту всю дребедень. Так. Сейчас мы собираем комплект бесплодные земли. Очень жирно на критический урон, я не знаю, там... Капец, критический урон, критическому урону 40%. Короче, это жопа будет. Это очень крутой сборник доспехов, как по мне. Так, тут мы вытащим камушки, эстерии вообще уже тогда нету смысла, мне кажется, в этих доспехах. Сейчас мы тут посмотрим, что тут может быть хорошее. Это же куртка. Куртка может расслабить булочки свои. Визирь, нихера себе. Хитрый снаряд, визирь, нихера себе. Давайте будем собирать визирь. Так, капцы, понятно. Так, так, это уже туда нахрен продаем. Быстрее не всралась. Это же кровавая кожа. Тоже. А сколько там? Критический урон вообще, блядь, детский. И это тоже можно продавать. Остается у нас визирь. Так, а это что это? Кстати, а почему мы не можем? Сила 67. А что у нас, силы 67 нету, что ли? Очень интересно. Сейчас придется что-то брать, наверное, какое-то оружие. На время. А какое взять оружие на время? 136, 108. Беру пока это куплю, наверное. Сейчас проверим, что это за хрень. Так. Пока этот мой меч. 67, 67. А что у меня там вообще? Непонятно нихера. Так, хорошо. Пока мой клинок сюда поставим. Так, отсюда надо вытащить будет камень. Ты камень. Ага, хрен лысый, мы не камень вытащили. Так, это можно продавать. Да, 67, это жирно. Что у нас там? 62, блядь. Надо на следующий уровень поднимать уже. Так, все, на телепорт. Погнали. Так, можно сохраниться и вперед. Так, тут какая-то есть пропасть интересная. Тут уже нас ждут. Так, у нас уже тут критические уроны вылетают. Хорош. Берсеркер, ёб твою. Патоньки всем. Прикольные эти такие иглы, блин, у него. Груда камней и нихера нема нормального. Так, сейчас эту карту, грубо говоря, уже заканчиваю. У меня чуечка шею. Смотри, что делается.
Что нам скажешь? Румор. Так, а тут что у нас? Какой-то там, блин, какие-то трубы приначали. Так, это портал в город, я уже понял. Тих, тих, тих. Ага, вот, вот. Ага, вот сфинкс, понял, не трогаем пока его. Сейчас тут все досмотрим. Улетает так смешно. Так, все, да? Да, все открыли, всю территорию. Идем к сфинксу. Так, тут какой-то вход нам, наверное, должны открыть. Так, королева маны в сиянии явилась, и в имбиритовой дымке она растворилась. Если хочешь догнать, тогда заплати, по-другому ее не удастся найти. Быть стражем врат, жестокий рок, века уходит, как вода в песок. Стигии мантикоры дом, она не лев и не дракон. Коль шкуру с бестии сдерешь, и мне покажешь, что пройдешь. Путь открыт, да не дрогнет рука, королева и кузня, развязка близка. Так, охраняет враги свое логово, но найди в обороне брешь, победи Эзрахира жестокого и спаси от зла Зарифеш. Ух, хорошо. Не зря я убил тогда того мантикора сраного. Так, сохраняемся и вперед. Надо уровень один поднять. Мой клинок, блин, забрали. Что-то силы не хватило. Видно, какие-то доспехи давали мне силу там. Так. Во-во-во, это что за пулеметы? Разозлили так у меня. Так. Все хорошо, а с этой стороны тогда что? Это все механизировано. О, что за срань? Разозлили опять меня тут, блядь, понимаешь ли? Чувствую, тут такая не маленькая даже вот территория. Пошли в баню. Да, у меня сейчас критический урон должен быть хорош. По идее. Так, я сейчас так все пройду, сейчас просмотрюсь. Да, уровень один, я уже понял. А где моя собака вообще делась? Хорош, чуть-чуть уровень поднялся. Какие-то для шары пускает. Для Египта слишком много механики. Ну, он хорош муслает. Ой, здоровяк. Пулеметы. Жизни мне потрепало тут нормально. Вертолеты какие-то.
какой-то, блядь, мобильный генератор. Ёптвою мать. Да куда вы бежите все? Так, насобирал тут кучу всякого добра. Уже приходится жизнь пить. Блядь. Блять. А я думаю, откуда у меня жизнь улетает? Это говно еще, блядь, взрывается. Тут куча добра, блядь. И тут еще мы еще постреляем, блядь. Что, все, да? Ух. Да, нехило был замес. Так, можно даже сохраниться. Так, уже скоро уровень поднимется. Запаса здоровья. Какой-то новый, какой-то вообще камень. Я еще такой не видел. Так, надо идентифицировать. Так, понятно, идем дальше. Не знаю, в правильном направлении иду или нет. Ничего отсюда не вылазит, странно. Воу! Нихера себе! Да, я согласен. Ты смотри, за бабло можно тут много чего. Я тебя сейчас постреляю. Здесь смотри, как они меня... Вау, вот может вот под эти штуки я попал. Вот точно, что мне так кромсануло, блядь. Подальше. Разбудили во мне двери.
пулеметы сами. Так, хорош, да? Тут мы все обследовали. Теперь надо возвращаться, ту дорогу все обнюхать. Так, сохраняемся. Да, меня жестко прибили. Так, так, так. Вроде ничего интересного. И сейчас уровень поднимется, и я наконец-то возьму свой меч. Есть еще здесь какая-то дорожка. Давай-ка сюда. Йо-хо! Так, теперь на силу надо. Чик. И давай-ка обратно мою сбрую. Чпок. Это сюда. Так, это 259 и 238. Это жирно. Уровень 28. Следующим уровнем можно будет этот плащ втыкнуть. Ну, а тут понятно, что уровень 42, живучесть 96. Ёптвою мать, а у меня сколько? 96 живучесть, вы что, сумасшедшие, что ли, вообще? Слава. Известность. Так, хорошо. Давайте-ка тут посмотрим, что нам бы. Я думаю, что тут что-то надо будет врубить. Так. Пассивку можно везде, в принципе, изучать. Она никогда не помешает. Мне бы шлем какой-то уже бы добротный был быть. Да, теперь тут совсем другие плюхи летят, ребята. Так, ой. Да нет, тут мне нехер так нарываться. Эти пулеметы надо убивать. Да, тут могли меня нехило пощипать. Всякого повыпадало. Ага, тут тоже есть дорога. Понял, понял. Зверь. Какая-то штучка. Так, тут тоже какая-то штучка. Всякие штучки-дрючки. Так, надо глянуть, что я тут насобирал еще. Вот что-то. Эстерия! Все, сейчас могло быть уже почти собрано все. Это истинный пояс. А он хуже, чем мой даже тут. Псина моя, оп, оп. Так. Вроде бы все, да. Так, а где тут... ну-ка, иди сюда. Конструкция заморская. Стрелки эти сраные. Это нычка, что ли? Да, походу какая-то нычка была. Ага, я туда уже и не попаду. Надо обходить. Если в руке такой меч держит, это внизу так руку вниз опустил. Так. Это статуя такая симпатичная. О. Что, эти пулеметы охренели, что ли?
Колья еще с земли. Я думаю, что так меня гребет. Тут что у нас? Ага, вот здесь есть еще какой-то кусок дороги. Так, можно сюда пойти. Хорош, хорош тут всех. Нагнули раком. Стрельнул и улетел. Отдача, отдача, ребята. Походу оттуда и пришел. Вот так вот. Чтобы знали, как мои собаки будут цепляться. Так, тут тоже все. Обнюхали. Так, теперь сюда идем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, а тут что у нас? Так, что еще у нас там какой-то? Фаерболы всякие, хорошо. Сундучок отменяет. Куча бабла. Блять, как всегда, нету места, нету места, сколько надо. Так, сейчас. Иди сюда, и это сюда. Возьмем эту. Ух ты. Чик. Так, ну что ж, я думаю, тут можно даже будет телепортнуться, чтобы это все попродавать. Так, стража маны. Я думаю, нам удастся сегодня уже это сделать, освободить стража маны. Продавать. Так. Так. Это сюда. Так, ну что, денег мало стало. Была довольно неплохая сумма. ЧП зирафа стремительность. Не, у меня тут все равно жирный капец пояс. Ой, не туда уже сую. Так. Так, а тут что у нас? Это говно такое, даже продаю вместе с этим, блядь. Шнягой с этой. Ненужной. Глаз этот слишком великий. Ну, какой-то урон на туре, там 5 секунд, какое-то говно. Да, шлемоз, и до этого надо какой-то находить получше.
эпизод, может что-то интересное будет. Ничего хорошего не могут. Изгой. Что-то толковое было бы. Редкий шлем. Уровень 33 или живучесть 50. Я вот думаю, янычар. Визирь. Ого, а пускай будет 7 штук. Ух, янычар. Так, а я думаю, о вот этом шлеме живучесть 50 нужна, да? Ну, хороший шлем. Ну-ка, живучесть 50. Блин. Ну, так купить можно. Пускай будет. Будем пробовать сейчас живучесть поднимать. Так, вроде бы все. Так. Ой, тут же дорога в сторону есть. Так, сохраняем и погнали. Всякие генераторы, блин. Да, походу мы тут уже все обнюхали. Все, можно теперь идти к следующему уровню. Так, а я вот вижу уже его на карте. Кстати, там что-то нам показывает, что есть что-то. Нычка есть. Вот. Не знаю, с какой стороны к ней подойти. Но там что-то есть. Угу. Вижу, вижу, вижу. Это что? Ну и как туда добраться? Не видно нихера. Какие-то знаки на земле непонятные. Там глаз, там еще какая-то херня. Так. Так, на этом уровне нас ждет самое интересное, я так думаю. Сохраняемся. И так идем обследовать территорию. Тут ловушки везде.
здесь все просмотрели. Скачет тут. Да. Одна дорога там, где лазеры. Всех превращаю в какашку. Не выдержал я уже от этих ранее. Так, пушка, это я понял. Улетел. Все. И теперь сюда побежали. Так, это я дорогу я понял. А что здесь за дорога? Турель недолго выстоял. Как смешно улетает. Скоро уровень должен подняться. Так, я хочу еще в туда, в ту сторону пойти, посмотреть, что там будет. Так, а что тут насобирал? О, какие-то камушки есть. Так, есть один у нас тут неидентифицированный. Так, камни есть, да? И один сюда, и один сюда. Так, есть еще какая-то хрень. Зерафа сопротивления. Ух. Очень нехилые. Это очень жирные, блин. Сапоги. Так. Глянуть, что тут. Ага, вот уже я вижу. Вот здесь какая-то дорога. Интересно. Походу вот она, механик. Так, новый уровень. Сейчас добавим к живучести, наверное, да? А потом там уже переиграем как-то. Так, тут все, тут что у нас?
вообще уже дикие вы. Воу, хватит уже тут глазами стрелять. Так, из этих вещей еще ничего, да? Класс Эмберлинг? А че это за класс такой? Эмберлинг. Класс Эмберлинг. Хрен его знает, что это за срань такая? Класс Эмберлинг. Выдумают какую-то хрень. Что-то я злюсь сам по себе. Что самое интересное. Роман, блядь. Тут разбитые колбы эти, где были какие-то херы. Вот там глазами на тоже. Собака застряла, что уже бы махать мечом, наверное, всех тут перебивать. Ух, одним ударом. Так, и тут что-то хорошее попадало. Какая-то хрень вон томится в этих прозрачных шняках. Так, надо как-то здесь дорогу найти. Блять, не обратил внимания, ёб твою мать. Что мне так гасит, блядь? Блять, вот реально я даже уровень один дали. Так. Надо сах. Ого. Что-то у меня в жизни такая лажа. Так. Кромсай здесь так. Прилично. Так,
можем спокойно идти теперь уже туда на спуск. По-моему, правильно иду, сейчас там по прямой как-то идти. Да, все правильно. У, лазеры, не стреляем. Механик. Бля, у меня уже почти все переполнено. Опять что-то до хрена ко мне, и что с ними делать? Вот в чем вопрос. Так, я, наверное, таки домой телепортируюсь сначала. Продавать, потом уже идти. Так. Наверное, уже заколебался у меня все покупать, думает, блядь, да сколько можно. Не, ну сапоги очень классные. У меня критические уроны важнее. Критический урон есть критический урон. Так. Было бы неплохо еще найти пару артефактов из моего набора. У меня их там, по-моему, 7 штук, да? 6 штук, господи. Мне надо еще 2. Эти земли сраные. Есть. Так. Ух ты, кварцевый меч заряда. Сила 82. Или сила 82. Где мне такую силу набрать? Хорошие мечи. Это что, пулемет? Да, я вот эти два меча бы себе влепил бы. И чё? Да, было бы жирно. Такие два меча. Но не судьба. Так. Плод Грюндига. Бесплодные земли у меня так и так уже есть. Ух ты. Янычар. Это да? Запас ванны. Ну давай, собираем за доспехи янычара. Ой, не туда пошел. Да, два меча я бы с радостью хапнул бы таких. Блять, надо силу 80 чем-то иметь.
Ну что, сейчас будем меситься. Собирали всякую всячину. Вот это херня. Механик. Да, такой вот у нас механик. Так, убил мне зверя. Да, валит он на некоторые приличные. Да, это что за херня будет, понимаете? Кузик грелку. Так, надо обследовать, тут какой-то сундук должен быть. О, я ж говорю. И больше ни хера. Так, глянем, что там за вещи. Какой-то пояс моднявый. Угу. 70 защиты к яду. Костяной пояс. Ну там получше у меня будет. Чай. Что это за... Такая морда, блин. Так, ну что, все тогда здесь. Идем поговорим с духом. Гринхейм. Вернуться. Зерифиш. Да, такая объемная карта была. И задание на ней было нормально. Так. Мы должны действовать быстро и решительно. Похоже, механик, которого вы победили в сокровищницах, поработил стража маны. Самое ужасное, что враги могут использовать стража маны в своих целях, осквернить и подчинить себе всю магию мира. В таком случае наш единственный выход — уничтожить стража. Возможно, еще не все потеряно. Если нам удастся лишить эзрахиров власти над стражем, мы спасем Зерифеш и нарушим планы алхимика. 167, похож череп вампира. Я хочу топор череп вампира. Неподалеку отсюда
соляных пустошах живет джинн по имени Фазир Шах. Он обладает достаточной силой, чтобы освободить стражей из-под власти Эзрахиров, но просто так он ничего делать не будет. Вы должны отправиться в соляные пустоши и найдите там Фазира Шаха, объясните, поможете освободить стража. Несколько веков назад два джина, Фазир Шах и Эзрек Хан, поссорились из-за какого-то пустяка и объявили друг другу войну. Они разорили этот край, не поставив в городах камня на камне, и в конце концов султан Зирафов потерял терпение. Он изгнал их одного в пустошь, в пустыне, а другого — вечное царство теней, измерение между нашим миром и бесконечной пустотой, в которой обитают эти, нетеримы. Если вам удастся найти Фазира Шаха, то, возможно, вы сумеете уговорить его помочь. Так, Фазира Шаха, блин. Так, а ты что хочешь? Вы направляетесь в соляные пустоши. Может, выясните, что стало с моим товарищем Харифом. Он с отрядом ушел на разведку, хотел выяснить, почему я в последнее время Скары стали такими агрессивными, никто из них не вернулся. Если вы пойдете на север к куче ульев, то сможете его встретить или, по крайней мере, выяснить, что с ним случилось. Окей. Вы уже нашли царя Харифа. Он мой хороший товарищ. Пожалуйста, найдите его, мне нужно знать, все ли с ним в порядке. Так, это, конечно, все хорошо. Но меня здесь интересует вот это вот. Я думаю, а что туда засунуть? Что я сейчас сделаю? Это у меня есть идея. Я думаю, что я вот что сделаю. Я сейчас улучшу. Так, эту кирку и заодно я накидаю. Так. Электрическая херня. В принципе, можно и к огню сделать урон 219. И зайдем сюда. You are fortunate. Вот так вот пускай будет. А, кстати, что там добавило? А, физический урон добавило. Хорошо. Такие огненные шняги. Ух. Ну, шапка реально смешная. Так, а теперь можно быстренько тут хрустальную палец навыков. Это уже двуручно идет. Погнутые инструменты. Каменный шлем.
Эрохира, ты что за... Пускай будет. Не знаю, что это за Эрохир, блин, но... Может пригодиться. Так. Сохраняемся. Идем уже дальше. Да, круто, блин. Так, хорошо, ну что ж. Спасибо, что смотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. С вами был Олегыч. До встречи.